Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Аргакон, у нас с вами снова Таргариены в землях Вестероса. В прошлой серии у нас началась война. С Браавосом авантюрист напал, восстали штормовые земли и дом Кастерли, который... Лорды Кастомеры, те, которые их убили Ланнистеры, восстали против нас за вот этот маленький кусочек. Так, если честно, я не помню, что особо мы тут пытались сделать, так как вчерашнюю серию она вышла давненько, ну, снял я ее давненько, просто выложил вчера, получается. И вот теперь опять приступаю к Таргариен, так сказать, вернулся. Я вроде говорил, что поиграю без записи, так как в конце прошлого видео было по нулям у Браавоса, сейчас 76% победы. Еще я хотел захватить вот эту всю часть и также расформировать ночной дозор. Но расформировать ночной дозор можно лишь, когда ты будешь королем за стеной. Но будучи при этом королем Вестероса, я не знаю, можно ли делать так или нет. Поэтому давайте будем... Кстати, у меня точек нету, нету. Давайте смотреть, где у нас что есть. Так, там 7000. Я никуда не плыл. А, нет, я плыл. 860 воинов куда-то зачем-то высаживал. Эти проиграли битву. 8000. Ладно. Давай, я окно сейчас закрою. Только. Шум. Так, все, закрыл. Давайте продолжаем. Ой, не-не-не, а про это я забыл. Надо уменьшить чутка скорость, то... Стоп. Пауза. Пауза, давай. А что 13-й до сих пор? Или был 9-й? Или 3-й был? А пофиг, какое было? У нас тут дракон. Дракарис. Так. Королевскую гвардию. О, запрос коронации можем. Нет, все это будем делать, когда полностью весь Вестерос будет под нами. Ну, может, без одичалых земель, но до ночного дозора все должны мне подчиняться. И нам нужен сын. Или же внук правителя. Ой, что-то вот это мне не нравится, то, что он сейчас подвис. Надо было заранее вот этот прогрузить. Пощелк по нескольким персонажам, чтоб он... Ну, капец. Завис. Нет, все, провис. О, у них еще и дочь. Отлично, отлично. Ее ни за кого не выдали, нет, молодцы. Обучать я его вроде как хотел. Заставить тренироваться. Блин, а я сейчас командующий. Хотя... Я же вот этого теперь сумасшедшего ращу. Хотя можно и вот этого Эйда нарастить. И этот одержимый, а тот сумасшедший. Так, у этого статы лучше. Нет, у этого лучше. Такой турнир старше же. А нет, они одного возраста. Ну ладно, пофиг. Потом разберем, кто будет наследником, кто не будет наследником. Я не понял, я же дракона отправил. Какого фига они выжили? Реально? Какого фига они выжили? Так ладно, тогда вот так вот делаем. Обучаем своего... Где слово? Заставить тренироваться. Заставить тренироваться. Где? Зачем мне его на стену отправлять? Ты больной? Для чего? Вот этого можно. А, принужденно обучен все. А, ну да. О, блин, через год только. Ладно. Что ж, так. Сейчас командир. А хотя может. Так, нет. А нет, есть. Вот он заставит тренироваться. Храбрым он стал, отлично. Неплохо так. Растет парень. Очень хорошо, что хорошо. К способному знаменосцу. Долину хочешь себе. Ух ты. Лорд Эллери поддержал просьбу.
Ты хочешь править долиной, да? Королевство долины никому не принадлежит. А где твой родовой замок? Ага. И ты оттуда собираешься править? Где? А, вот. Ну, хотя, учитывая то, что я в тюрьме, и королевства нету. Ну, в принципе, да. Я дарую тебе эту долину. Ты стал королем долины. Так, стоп. А, я насолил духовенку. Так. Ну и все, я думаю. Даровать королевство и прив... Нет. Пока что не будут. Я не знаю просто, что такое означает даровать королевские привилегии, поэтому не будем. Соливарни тебе еще отдать надо. Они тебе принадлежат. Хотя нет. Подаю резуцию принадлежат. А, понятно. Значит, резуцию и отдадим. Соливарни вам отдам. Дом Тиг. Где слово передать остало? Вот он. Так, отлично. И вот Саливарни, Урсула. Отлично. Еще от кого-то надо искать. Вот одного вассала. Ага, их надо будет объединить, но это потом. И одна из... А, у нас простора нету. Кстати, тогда кого мы... Кто был правителем простора? Дом Редвинов? Не-не-не, до Редвинов кто был? Гарденеры, я их помню, помечал вроде как. Ланнистер, Старт, вот, Гарденер. Ты единственный, да, из дома Гарденера? Да, единственный. Остальные уже дома. Тебе 57, к сожалению. А, да, это я неправильно смотрю, не то, что хотел. Так, пожалуй, титул земли. А, нельзя ему. Давай тебе. Ницвел. Нельзя. Хайгарден вам принадлежит, да? Серый заставе. Я отберу у вас титул. Надел Хайгардена. Нельзя. Ну ладно. Нельзя так потерпеть, ничего страшного, блин. Так, давайте продолжим. Продолжим наше, так сказать, похождение. Ну, давайте, один. Одна провинция осталась, отлично. Кто-то там узурпирует что-то, ну, мне пофиг на них, если честно. Два часа. Мой племянник, король Джейхерис, в семейном кругу. Ух ты, у него принцесса есть. На Мейгане Таргариене. Это кто? А, это... Фиг его знает, кто? Племянница? А, это... Дейорил. Это вторая его супруга. Племянница. Мать. Он племянник. Ага. Неплохо. Так живешь ты. Так, это... Это от брата и... А, да, это от моего брата идет. От какого брата? Брат и... А, это понял кто. Ну нафиг, короче, в этой фигне разбираться. Давайте просто молча. Сейчас глупо с моей стороны. Отклоняет предложение делать всем нам. Мой брат Дейрон отклоняет предложение, которое король Абалу весил. Весело. Да, пофиг. Нам надо победить в войне. В восстании, главное. Эти они сами справляются, насколько я вижу, им помогать не надо. И все.
Так, отлично, давайте подождем их, чтобы у них был модификатор в минусе. Отлично. Кстати, а ты кто? Так, кто кого убить хочет, мне пофиг. Это не те. Кто ч... Не то. Авантюрист. Так, это тот, кто мне нужен, да? А, был избран. А, ты ж вроде как захватывал. Что знаешь? Избран, захватывал. Не насрать. Мы просто уничтожим лося. Сейчас, когда они придут? 30 января, 4 дня продержимся, нет? Вроде как держимся. Отлично, еще кого-то убили. Главное самим не помереть. А то у меня так было с одним величайшим правителем. Нет, нет, все-таки отправить дракона в атаку надо. Чтобы убить большее количество людей. Отлично, превосходно. И, а второй раз нельзя. Все-таки надо было подождать, да и пофиг. Мы и так выиграли. Что же, удачи с этим. Еще один. А ты против кого? За штормовые земли воюешь. Кстати, неплохо. Надо тебя пометить. Пометили, отлично, значит. Мастер над оружием. Ты? Мастер над законами ты. Не понял, почему над оружием не выбрался? Ладно. Не хотите? Поставлю его. Ты тренируй ополчение. Так, не понял. Почему ты против меня воюешь? Если... Не-не-не-не, тогда, дружище, так не пойдет. Ты против меня пошел, тебя смерть ждет. Давайте сюда идите. Да, вот сюда, вот сразу приплывайте. Так, нет, не войска. А, пофиг, я уже забыл, что я искал. Угрожать вассалу. Угрозы. Угрозы сделают 6000. Ну, давай, давай, давай. Плыви быстрее, они там помрут скоро. Прощаешь. Молодец, прощай. Ну-ну-ну. Садись на корабль и плыви на спасение. Дружище, ты зря на меня пошел. Пока ничего не вежливо попросим. Не знаю кого, но попросим. А, блин, это я зря. Летя высоко. Он тоже драконий наездник. Ему не жить. Хотя, возможно, мне не жить. Мы должны сбросить их вниз. Без проблем сбросим. Ну, учитывая по вот этой фигне, Дракарис. Я же сказал, он не выживет. Огонь и кровь. Ну, давайте. Ну, ты без дракона, по крайней мере. Ух ты. Белый мир хочешь? Не-не-не-не-не. Хотя я же тебе вроде отдал. Вот это как раз королевство Хасти. Ладно, я согласен на Белый мир. Наши имена будут жить в легендах. Без проблем. Нельзя? Да, нельзя. И последняя война сейчас останется. Чё? Отлично, они... Давайте этих сюда погружаем. Где эти лоды Костомара? Где у них? Вот так. Вот. Вот ваш дама. Я примерно выпекал. А, он теперь даже мигает. Так. Это наше же войско? А, это вассальное войско, но у наших чуть-чуть все равно есть. Давайте добьем их. Захватим западные земли. Объявим себе коронацию. Нет, теснину еще захватим. Короче, дальше пойдем, что. Да. Вот этих переплыть. Позаикаюсь чутка. Но ничего страшного, возможно, вырежу. Ну, чтобы не заикаться, хотя вряд ли. Ладно, до следующего раза. Я создам новый совет.
Находит вас грозным, отлично. Я грозный, четвертый уровень уже получил. Неплохо. 44 года мне. Нет, совет тот же остался. Вы чё? Значит, мне новый совет. Телохранителя можно выбрать. Так. Вот Дейнору выберем. Конюший ты. Элиминарпий ты. А вот с хранителями я потом уже разберусь, кто кого, кто куда и зачем, почему. Так, а запись-то идет, а то я что-то... Так, запись-то идет. Отлично. То увлекся. Не посмотрел даже. Так, продолжим. Лорд-пират узурпирует. Ты серьезно? Ты потерял королевство? Кусок королевства? Или что? Ладно. Давайте они побыстрее сейчас приплывут. Там у них восстание. И сколько? Не, мне рабы не нужны. Это же вот не стоит даже времени, которое я потратил. Или что? Продать вам нового раба. Не, он мне не нафиг не нужен. Мне не нужны рабы. А их у меня чересчур много. Бум-пум-пум-пум. Так. Станис Хасти. Ну давай, выходи из тюрьмы. Тюрьма, тюрьма, тюрьма. А, зря я вот этих продаю. Хотя пофиг. Пофиг. Реально пофиг. Мы все равно... То я забыл, у кого дом. Касана будет вознаграждена. Это из чего дома? А, династия Мартеллов, отлично. Это не та. Вот эти. Прикуп согласились платить. Согласилась платить. Кастомерцы, вы пойдете. Моя сводная сестра, принцесса Рейлинор, страдает от гнойных выделений. Сводная сестра. Опа. Так, убавь скорость. Какого фига пауза не поставилась? Чё, у тебя дракон не помер еще? Нет, отлично. Да, правда, я его уже не выращу, так не надо было. Но... Что поделаешь? Направляем дракона на осаду. В таком случае мы возьмем его семью. Или пусть они идут. Так. Я не добр же, нет? Нет, я жестокий. Значит, берем всю семью. Через 30 дней опять. Так сказать, забираем его семью или что-нибудь такое. Ты останешься там, где находится. Тюн-тюн-тюх. Гни в тюрьме. Ну. Понятно, долго. О, кстати, у нас же все 100%. Я что-то не посмотрел даже. Какого фига он паузу не ставит, когда надо? Так, отлично, лорды Кас... Так. Он утверждает, что может продать достаточно работ для ваших лордерей. Нужны ли мне эти рабы? Они у меня... Так, небольшой лагерь рабов. У меня нет рабов, зато легкая пехота повысится. Размер гарнизона уменьшится и доход от налогов. Ну, в принципе, давайте, косарь, согласимся. Так. Теперь плыть. Нет, я никого не покупаю, очень хорошо. Ты простор хочешь себе? Хаус, это ты откуда?
А, ну, в принципе, отдадим тебе простор и все. Роналстек Хаус, или как его там? Так, мастер над законами ты. Не хочешь быть? Что ты за одичал такой? Ориса, значит, поставим. Так, больше нет ничего. Потом еще западные земли придут захватить. Но ставим восстание. Чтобы восстание, нам надо... Откуда здесь 2000 войск? Фиг его знает откуда, но пойдемте им. Чем вот эти приплывы. Хотя вряд ли, конечно. Так как плыть быстрее, чем пешком идти. Да, нечего талант пропадать. Нет, он мне нафиг не нужен. У меня рабов так много, и к тому же двор 85. Сколько у Фрейда двор? Они всегда стоят. Где близнецы? А, вот как раз я близнецов. А, у них? Ладно. Так нечестно. Ну хотя это же не перстревять. Или как он там называется? Дитё без образования. Конечно, военное тебе, дружище. Ага, нет, на стену тебя. Ты больной, что ли? Хранитель юга. Юг это... Да, это должны быть... Нет, не простор, не долина. Это Дорн. Не хочешь, ну и ладно. А может просто мирнул. Не, эти все уже не дойдут. Это спецотряд был? Нет. Это какой-то спецотряд был. Хрен его знает, что это было, но пофиг. Я распустил, не глянул. Заплатишь много за образование, естественно. Получим лучшего. Да, Рейгар будет править следующим. Молодец. Восстание еще спадаем. У нас. Главное же победить здесь. Как? Зачем? Всем пофиг. Ты не то делаешь. Вот этих я распустить кораблики хочу. Корабли мне сейчас вообще не нужны. И Дракарис. Нельзя. Это действительно печальные новости. Так, не понял, погоди. Серьезно? Сирена Лейк пала. И у кого теперь север? У Райя Старк. Дом Лейк пал. Нет. Алекс Лейк. Ты кто такая? Так, ладно, давайте я пометим. Дом Лейков будет. Хотя Дом Лейков не удержался, значит, пусть правит старте пока. А там уже решим, кто, куда, зачем, почему. Ну, давайте добьем их. Так, тут тебя... Нет, тебя продаем. Серьезно, второе восстание. Шоково Мабахар какой-то. Странное имя для девочки. Шоково Мабахар. Кулак первых людей. Окончена война. Быстро. Даже дойти я не успел. Ты гни в тюрьме. Мы там скоро придем, нет? Давайте ускорим. Я всегда могу нанять нужного человека. Да, наймем. Не знаю кто. Хранитель Севера. Лорд Северн. А хочешь хранительницей Севера стать? Ты против меня восставала, нет? Я не помню просто. Не знаю даже, если так. Нет, восставала вроде вот это. Ладно, назначу ее лордом Севера. Лорд-хранитель Севера. Что ж, давайте тебя.
Ты Эйгон. Ты тот Эйгон. Ты мой внук. Тебе тоже хорошее образование. 64 монет, в принципе, это мало. Не нуждаюсь ни в чем. Ждем время, пока пройдет. Ацтети распространяют болезнь. Я и забыл, что у меня ацтети есть тут уже. Нет конца злу, принесенными ацтеками в этой земли. Странная болезнь, распространяемая по старому свету. Симптомы похожи на оспу, но эта проклятая чума кажется еще более опасной. Мейстеры прозвали эту хворь сифилисом. Но ни одна пытка вылечить ее не увенчалась успехом. Теперь даже в недосягаемости ацтетской армии болезнь распространяется по всему миру Вестеросу и вольным городам. По всему Вестеросу и вольным городам. Это наказание за наши грехи. Что-то как-то они долго ждут. Эти ацтети. Ладно, жена заболела раком. А что это за жена? А, это... А, с домом варизисов. Не судьба нам с варизисами воссоединиться. Ну? Я лично восхвалю передорм, так куда проще. Так, победа, давайте добьем их. Все. Добьем одичалых. Распустим войско. Захватим... Запад. Захватим теснину. Получим королевство. Но это уже в следующих сериях. А вот этой надо добить восстание. Которое меня уже бесит. До которого я дойти не могу никак. Давай. Уменьшил скорость, отлично. Отлично, все. Точно войну сейчас не могу объявить. Нет, надо распустить. А хотя... Ага, или... А фиг его знает. Давайте просто распустим всех. Во, можем объявить. Завоевание дракона. Если... А. Типа не могу. Завоевание дракона. Ха, неплохо так. Так, ладно. Это уже потом будем разбираться. А пока что давайте вернемся на запад. Вассалом. Не хочешь быть? Как хочешь. Как мне объявить войну тебе? Хрен знает. Ты гни в тюрьме, оставайся. И гни дальше. Форт. Отзазвать титул. Блин. Вот эта хрень моя. Черноводный холл. А, пофиг, короче. Ладно, давайте тогда... Или нет, не знаю. Пока что... ты... Да, этот зависон означает, что пора нам заканчивать. Что ж, так. Ну, нафиг лучше. О. Или что это, сифилис, да? А, серая чума. Ладно, давайте. Все, на этом точно закончим. Всем спасибо. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Ну а в следующей серии мы захватим Запад. Полностью достигнем севера вот этого. Заберем его. Уничтожим что-то. Коронуем себя. Сделаем гвардию. Хотя коронавал, возможно, раньше. Royal Progress что-то. Ну и, в общем-то, будем процветать. Всем до встречи. Всем пока.